семьи, любви и верности навестили семью Кислицыных. Эту пару мы снимали полтора года назад. Решили проверить, как у них дела сейчас. Ничего не изменилось, Кислицыны все так же на спортплощадке. Вот, снимают видео для Инстаграма. Так, умница, 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 молодец, молодец. Чувство юмора – залог крепкого брака. Пошутили, посмеялись, теперь можно приступить к тренировке. Вы только посмотрите на эту уверенную походку Валерия Григорьевича. Валерий Григорьевич штурмует тренажеры. В свои 76 участвует в забегах. Его коронная дистанция – 5 километров. Отдыхалка работает нормально. К забегам готовится здесь. К слову, мотивирует не только медали и пьедесталы. Цель куда круче. Для того, чтобы прожить еще 100 лет. Сделать это проще, когда рядом любовь всей жизни. Пока Валерий Григорьевич работает на бицепс, жена пишет пост в Инстаграм. У нее больше 1000 подписчиков. Я даже для себя. Пусть дети смотрят, внуки смотрят, одноклассники свои смотрят, там вот, коллеги. Здесь Татьяна Андреевна делится своими мыслями. В ответ десятки приятных отзывов. В ленте много прогулок и спорта. Что сказать, современные Кислицыны. Дети и внуки разъехались, решили, чего сидеть дома. Цитата. «Давай, Григорьевич, займемся здоровьем». А я имела когда-то очень большой вес, более 100 килограммов. Надо что-то делать. 6000 шагов ежедневно надо делать. Начала потихонечку выходить на улицу, делать упражнения. И вот стеснялась, что будут смотреть. Теперь Кислицыны местная знаменитость. На спортплощадке каждый день их не только видно издалека, но и слышно. Крылатые качели, лети, лети. После тренировки можно и на свидание сходить. Вот так проходят прогулки у счастливой пары. В обнимку и с цветами. Тоже вот неожиданно. Ромашки не нашел, цветов рядом нет. Он исчез на полчаса. Смотрю, принес вот три подсолнечника. Она веселая и активная, он медлительный и немногословный. Говорят, противоположности притягиваются. Пример Кислицыны. Вместе 53 года. Ну, поделитесь секретом. Женщина, она думает, что мужчина должен догадаться, что сделать, так как женщина. Если я это понимаю, то он. А им, оказывается, надо просто договариваться. Вот договариваться. Им надо подсказать. У них шор. Они видят только по одной дороге. То есть мужчины намеков не понимают? Нет, ему конкретно. Вот еще один лайфхак от Кислицыны для тех, кто в ссоре. Если не знаете, как помириться, Татьяна Андреевна подскажет. Он обидчивый очень. Как чуть, он прямо, ну что, если я сейчас разозлюсь, ругать смысла нет никакого, мне надо свое здоровье. Мне надо свое здоровье, оно со мной, поэтому никто. Подхожу, Валера, перекусывать будешь? А что у нас есть? Я говорю, творог с ягодами, ну давай. Это еще раз доказывает теорию, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Кислицыны знают все секреты долгого и счастливого брака. В планах у пары не сбавлять обороты, мы желаем только здоровья. Вернемся через год, проверим. Thank you.